Всем привет, всем привет, 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 привет. У меня сегодня праздничное видео. Юбилей. 5 лет. Так что 5-летку я выполнила. Честно, добросовестно выполнила. 5 лет, как моему каналу. 14-го года, 7 января, я зарегистрировала мой канал. Ну и, как полагается, наверное, немного надо рассказать о моем канале и вообще, что это дало мне за 5 лет. Ну что ж, давайте приступим. Я поделюсь с вами моими впечатлениями, моими мыслями вообще о этом, так скажем, дурном деле. Может быть и нет, но в любом случае это дело хорошее. Да, есть и плохие моменты, есть и разочарования, вернее, они и были, и продолжают, наверное, быть. И не только у меня, наверное, у каждого, кто занимается этим. Но и есть хорошие моменты. И все равно хорошие моменты перекрывают плохие. Перекрывают. Перекрывают тем, что, наверное, растешь, совершенствуешься вместе с вами и совершенствуешься вместе с своими видео, своими какими-то делами, своими действиями, которые показываешь, своими разговорами, может быть, да. Но это, я хочу сказать, что, наверное, это как мне видится. Канал – это очень хороший учитель. Учитель очень хороший. И если вы хотите познать что-то для себя, это большая часть касается только вас. Только вас. Вообще, все, что мы делаем, это только нас касается. Наши какие-то поступки, наши разговоры, наши, то, что мы делимся, то, что мы хотим показать или донести до кого-то что-то. Но на самом деле мы это все доносим до себя. Только лишь до себя. А то, что мы выдаем, как говорится, в мир, это такое дело, что кто-то принимает, кто-то не принимает. И, понимаете, это на усмотрение на каждого. Но прежде всего, это все мы делаем для себя, для себя. Вот такие мои, так скажем, мысли по поводу канала. И, конечно же, я благодарна всем, кто меня смотрит, все, кто со мной еще с самого начала, кто-то дописывается, кто-то отписывается. Но это дело такое, как говорится, наживное, это есть жизнь. Понятное дело, что на цвет и вкус товарища нет, как говорится, да, кому-то нравится, кому-то не нравится, а там уж, как говорится, люби, красавица. Поэтому это дело такое, житейское. Но в любом случае большая всем благодарность. И еще, наверное, самый огромный подарок, который я получила накануне, так сказать, моего юбилея, это один комментарий, который, наверное, будет комментарием всех этих 5 лет. Я, наверное, так уверенно могу сказать. Разные были комментарии, очень много хороших, большое спасибо, очень много хороших. Просто этот именно комментарий вот вышел под, так скажем, канун 5-летия. И он скажет этот комментарий, наверное, за меня лучше. Поэтому большое вам спасибо. Очень много хороших комментариев. Большое спасибо. Но я вам зачитаю сейчас один комментарий, который стал комментарием года и вообще комментарием за все эти, наверное, 5 лет. Комментарий Айтерим. Человек живет, а не выживает. Занимается своим любимым делом. Шопинг, натуральные камни. Она не просит лайков, она не просит подписываться. Она просто делится своим прекрасным видением. Повторяюсь, она живет. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Рози, иди сюда. Иди, мой золотой. Присаживайся, присаживайся. Повернись, избушка, передом к зрителю. Повернись.
Давай, вот такие мы красивые. Ну, а сейчас я, наверное, расскажу вам все-таки историю, как я начинала, что послужило началом этой затеи. Опять же, все просто. На то время, 5 лет назад, я начала смотреть всеми вами известного блогера Флориду Ялту. Люда, большое тебе спасибо. Без тебя никак не обойтись, даже вот во многих таких ситуациях жизненных, так скажем. Я просто просмотрела ее еще тогда видео, когда она рассказывала, как просто сделать, открыть свой канал. И рассказывайте там все, что у вас есть, там о себе, радуйтесь жизни, да, делитесь с людьми. И я подумала, почему бы нет? Почему бы нет? Дай-ка я попробую. Ну и занялась этим делом, открыла, зарегистрировала. На то время я начала делать видео, конечно, абы как, совершенно без всякого опыта, без понимания, что вообще надо, что не надо. Как говорится, что видела, то и показывала. Я подумала, надо выбрать какую-то тему. А какая? Шопинг, да? Чем-либо я занимаюсь, какие-то мои примерки. Я это люблю, мне это нравится. Таким образом, я и начала делать видео на эту тему. Поэтому плейлист шопинг у меня очень-очень такой объемный. Ну, наверное, так и все эти годы. Со временем я начала уже понимать, что к чему. Со временем я начала понимать вообще мир лучше. Вы знаете, с открытием моего канала и с общением с вами, дорогие мои зрители, начала очень-очень много чего понимать. Наверное, без моего канала, без общения с вами, я бы, наверное, так не поняла. Ну, может быть, я бы и поняла, но опять, наверное, очень-очень, может быть, дальше туда. А так это все раньше произошло. И чему я, конечно, очень рада и вам благодарна за это. Потому что зритель разный. И благодарный зритель, и неблагодарный зритель. И то. Ну вот, наверное, такая история открытия моего канала. И таки тема у меня остается прежняя. Шопинг, мои натуральные камни, мои украшения, мои болталки. Многим непонятные, поэтому всем вам большое-большое спасибо и большая благодарность. И 7 января это у нас Рождество, поэтому, видите, у меня такая дата очень интересная, открытие моего канала, значит, так нужно. Значит, судьба, поэтому пусть мой канал цветет, растет и процветает. Чего и вам желаю, всего самого хорошего, процветания. Ищите себя, ищите свои темы, развивайтесь. Но в любом случае, идите вперед. Идите вперед с надеждой, с радостью, с любовью к миру, вообще с любовью к окружающим. И все у вас получится, наверное, все получится. А там уж что вы будете делать, это у каждого свое, понимаете? Все мы живем по-разному, у каждого у нас своя судьба, свой путь, своя дорога, свои какие-то действия. А что мы уж выбираем, нравится или там не нравится, любить или не любить, или смотреть или не смотреть, это уже, как говорится, по интересам. Ура! Ура! 5 лет! Ура моему каналу! Все, спасибо большое!